все это время его защищает Эдем Смедляев. Зимой и летом, ночью и днем, каждую неделю он ездит в далекий Ростов для того, чтобы защищать моего сына. Не жалея сил, оставляя свою семью в Крыму, он отправляется на защиту Ремзи. Он стал для нашей семьи близким и родным, как сын. Теперь и его лишили свободы. Сегодня я выступаю в его защиту и требую его освободить.